Всем привет! У меня небольшой кусочек сыра. К сожалению, сынок маленько почикал, пока я не видела. Мы натираем в яйца сыр. Сколько вы хотите, сколько у вас есть. Не обязательно прям там, чтобы все это было сильно в сыре. На ваш вкус. Все. Это хлеб, намазанный с маслом. Все. Очень просто. Нажимаем бутерброды. И окей. Ждем, когда прозвучит сигнал. Тем временем просто размешиваем. Положим масло вверх, чтобы оно, получается, сильно не горело сразу, чтобы мы успели все доложить. Взяли мы 2 яйца. Как раз сила. Все. Закрываем. И ждем. Средняя обжарка. Ну и все. Нам этого достаточно. Выключаем. Такой легкий завтрак. Приятного аппетита!